плеяде автомобилей бизнес-класса стало на одного игрока больше. Дилеры французской марки Peugeot начали продажи новой модели – 508. Челябинская презентация новинки состоялась в автосалоне «Леонар Авто». Гостей встретили под звуки симфонического оркестра, но такое классическое начало получило весьма оригинальное развитие. По вашему авто легко можно догадаться, выбираете ли вы сдержанность или предпочитаете рисковать. Что вам близко? Изящество или брутальная мощь? Комфорт или динамика? Перед вами звезда нашего праздника. Новый французский седан бизнес-класса Peugeot 508. Ваши овации! Peugeot 508 получился элегантным и выразительным. Компания позиционирует новинку как флагман модельного ряда и предлагает для будущих владельцев высокое качество материалов и технического оснащения. Автомобиль комплектуется шестиступенчатым автоматом нового поколения, который стыкуется с передовыми бензиновыми и дизельными моторами. Двигатели мощностью от 120 до 204 лошадиных сил отличаются высокими показателями крутящего момента, динамикой и экономичностью. Самое главное, если сравнить его по цене, он на 5% дешевле, чем конкуренты. За 849 тысяч рублей вы получаете машину на автомате. Автомобиль адаптирован к российским условиям. Он имеет увеличенный дорожный просвет, усиленную подвеску и металлическую защиту картера, а также полностью русифицированный интерфейс бортового компьютера и навигационной системы с подробными картами городов России, в том числе и Челябинска. В большинстве комплектаций устанавливается предпусковой подогреватель двигателя. Мне понравился автомобиль. Я не очень просто в них разбираюсь. Вполне очень комфортно. Записаться на тест-драйв и лично оценить Peugeot 508 можно уже сейчас в автосалоне официального дилера «Леонар Авто».